Хорошо сварилось. Вкусно? Очень вкусно получилось. Иди, солнышко, ножик принеси. А какой? Острый.
Фиби, это не тебе. Ладно, ну офиги тебе.
За вас, мои дорогие.
Перца добавь, где он? Оп-оп-оп. Все, самый раз. Я у тебя доску заберу, чтобы не мешало. Запах приятный. Я прям как кутюрье.
Алло. Вкусно.
Вот.
там зеленый, вот эти, да? Можно я отойду? Алексия!
Иди кушай. Я домой я с тобой. То вкуснее, чем крокодил. Очень вкусно получилось. Рыжий. Yeah.
Это шедевр. Аж правильно утро начать. Что мы хотим, чтобы тебя родиться? Хищник. Там он здоровый, давай зайдем. Веду.
Она уже пенится, так не пенится. Вот, вот здесь пенится. Красивый, во-первых, все получилось.
это уже. Здорово! Я думал, не готов. Готов. Верю. Офигенно. Thank you.
Она точит. Yes. Папа! Самата!
Это шедевр. Надо будет быстро поехать, когда их не боюсь, скажешь, водитель прислал, короче. Да это не убежит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пожалуйста. Замочи бы. Сейчас все замочим. Четыре прыжок уже. Что такое? Йо, давай. Многие критики, короче, увидят.
Да? Так. Да, только вкусно стараются, кушать будем. Чтобы каш был чистый. Залог вкусного каша. А она отдельно, да, будет готова? Ну. Кольку. Жустро. Красавчик. Сейчас еще раз. Альбинос. Сейчас мы порежем и будем с этого лосо. Сейчас. Он большой. Я хотел с бараном сюда зайти, если честно. И не тут. Ну, можно было заехать куда-то, ну, короче, долгая история была. Ел. Я не знаю, я почистил для вас, вы здесь разложились опять вот. За вас. Нет, там лучше не держит. Скоро быстро приготовится. Это длинное можно на три. Thank you.
зря туда льют. Все есть? Закрыл вообще. И вообще закрыл. Еще. Все, вот это. Ну наливай. Да, давай пока оставим. Ну, чужгай, рошу, чужгай. Не, берешь. Ой, я сегодня писал. Юкой нельзя пользоваться, вот так устал. Дождемся. К 6 часам фарш будет готов, я думаю. Поспим потом. Главное не забыть. Застойкайся. Слушай, за хороший вечер. Поехали, поехали.
Да. Что делать? Наваристый получился. Дима, а ну помоги. Уже рассвет, а то опоздаем. Тарелки расставляйте, все готово. Такой вкусный хаш я никогда в жизни не ел. Давай, давай. Ассаламу алейкум, небеса высокие. Короче, я вот Серебряков был мафиози, да, и он его брата ёбнул, короче. Ручка у него пиздец.
Турция, блядь. Thank you.
Huh?